Родительская любовь, бессмертие, и это будет 14 дней, наполненных друзьями, идеями, какими-то концепциями, которые приносит с собой Гаухман, и частью из них, которую он с собой воплощает. Обдумывая, каким образом можно охарактеризовать поэтику художника Мурада, мне представляется, если иметь в виду прежде всего эту вещь, которая занимало внимание и рабочие дни Мурада Гаухмана, как я понимаю, минимум месяц, если не больше. Да, больше. Даже, наверное, больше, да, эта вещь. И она действительно представляет собой в таком многостороннем творчестве, как мне представляется, развитие едва ли не важнейшей линии Мурада Гаухмана, которую можно условно определить как инферно-реализм, но понятно, что инферно-реализм — это такое течение, где возможны самые разные направления, остановки, шедевры. И первый период был связан, как я понимаю, с попыткой своеобразной такой своеобразного анализа, исследования и анатомии неких трансперсональных фигур нашего сознания, своеобразных архетипов, где принципиально акцентировалась темная хтоническая составляющая в виде богов, в виде там Бастет или Астарты. И художник имеет на это право, и даже он в каком-то смысле, если он чувствует признание, он просто обязан, условно говоря, довести и темную сторону до конца, до квинтэссенции, хотя бы потому, что она есть в этом мире, и мы не должны ее замалчивать. И такого рода анализ архетипов, может быть, Мурад к нему еще вновь вернется, давно уже пора Маммону изобразить в полный рост, в полный вид. Но в данном случае направление, которое заявлено и реализовано, я определяю его как фигура
большого эпатажа, потому что есть фигуры малого эпатажа, связанные с какой-то там демонстрацией бессоваров, отходов человеческой жизни или с микротравматизмом, наподобие отрезания мочки уха или прибивания мошонки. Все это так или иначе побуждает художника, потому что искусству некуда деваться. Искусство должно пробить стену анестезии и быть услышанным, иначе оно и не искусство вовсе. Поэтому каким-то образом необходимо пробивать эту стену анестезии и криком, тем же автотравматизмом. Но существует наезд в более жесткой форме, который, на мой взгляд, как раз и предлагает Мурат. Потому что помимо архетипов коллективного, бессознательного, у нас существуют и такие глубоко персональные затаенные подвальчики, где скрываются, на первый взгляд, совершенно благопристойные чувства, например, та же самая родительская любовь, да, где там мама-мамочка, папа-папочка, детки, херувимчики и ангелочки, и вообще все такое в духе цветочков-одуванчиков. Но почему мы не хотим посмотреть пристальным взглядом туда? В действительности большой эпатаж скрывается именно в этих вещах, во всех этих, скажем так, незаплеванных колодцах. Их очень мало, все почти сплошь колодцы заплевали, но нужно же найти какой-нибудь еще оставшийся чистым и предъявить его к ответу, то есть предъявить к некой фигуре большого эпатажа. И в этом случае, и в этом смысле, мне кажется, что мы работу, прежде всего, эту работу и другие работы такого рода, которые есть художника, могли бы по аналогии с анатомическим театром тела или плоти, да, характеризовать как анатомический театр души, потому что анатомический театр духа невозможен по причине отсутствия анатомии духа. С анатомическим театром плоти все ясно. В конечном итоге это бесконечная война, которую нам этот театр показывает. А вот что касается души, во всяком случае во фрейдовской интерпретации, да, то, конечно же, мы можем сказать, что некоторая ее часть не коллективное, а персональное, бессознательное, подсознание, где как раз содержится мама-мамочка, ее забота, ее трогательность, все самые лучшие воспоминания, но содержится там точно так же и другое. Да? Там содержатся некоторые вещи, запрещенные к называнию и озвучиванию. И тот же Фрейд в свое время говорил, что всякое подлинное человеческое чувство амбивалентно. Если оно этим и отличается от аффектов животных. То есть, если речь идет о действительно человеческом чувстве, то в глубине души мы обязательно обнаружим, что к самому близкому из наших близких мы, например, хоть раз в жизни мысленно пожелали ему смерти. А потом, уж сколько раз мысленно и не только мысленно посылали подальше, это не перечислить. То есть это в любом случае составляет такую сокровенную часть, которая как бы остается в своей невысказанности, ведь. Но если художник предстает как исследователь инферно-реалист, он имеет право заглянуть и туда, посмотреть, из чего состояла родительская любовь, не только из поцелуйчиков и вздохов, но из каких-то вещей вполне себе чудовищных, вполне себе эпатажных, действительно эпатажных, находящихся в состоянии распотрошенности, например. Потому что идея распотрошенности, в которой присутствуют все детские вещи, невероятным образом перемешанные, невероятным образом заостренные, и какое угодно чувство, кроме нежности, может возникнуть у нас в этом случае. Однако я все же предполагаю, что перед нами как раз опять-таки проба глубинного бурения, то есть нечто извлеченное из всей этой глубины амбивалентности. И в этом смысле, безусловно, как бы нескончаемо эпатажно. А ведь если искусство претендует только на то, чтобы сразу попасть в сферу гармонии эстетической, оно, во-первых, туда не попадет, потому что попадает туда другим образом. Сначала авангард должен пробить стену бесчувствия и анестезии. Потом, может быть, следующее поколение сочтет, что это можно как-то гармонизировать. Но художник, как представитель искусства творимого, в отличие от искусства хранимого, не может руководствоваться таким желанием, как бы среди прочих стихотворений написать еще одно, среди прочих картинок представить еще одно. Он, безусловно, должен совершать эти фигуры высшего эпатажа, докапываться до тех мест, глубин и потаенностей, куда
казалось бы, никто его и не просил, хотя задействуется в данном случае личная жизнь и личные воспоминания, и самые, что ни на есть, интимные, и самые, что ни на есть, чудовищные. Но в этом плане мне представляется и само название «Материнская любовь», и эта прекрасная распотрошенность анатомического театра бессознательного. Я не представляю себе мир, в котором это может быть гармонизировано, хотя, наверное, может когда-нибудь такой и наступит. Но в любом случае, я думаю, что это честный жест художника, вот именно жест против всей возможной анестезии, жест, который представлен в качестве анатомического театра души и, в общем-то, в этом смысле заслуживает признания и внимания. Спасибо.